Что думаешь об Эдварде Билле? Привет, Русь, спасибо. Привет, мне 20. Ей 20, и что думаю, касаемо Эдварда Билла. Вот, я солидарен с тем, как блогера, типа, закономерный конец лихача. Там либо, так же вот Пол Скайуокер, он любил лихачить, да, но, бля, к сожалению, вот он убился, да, он сам убился. Ефремов, блядь, любил обфигачиться чего-либо и в тапок нажать, ехать, и он так вот въехал в итоге в мужика, в работягу, убил его по факту. Эдвард Билл еще легко отделался, на самом деле, тем, что я говорю тот. Врезался и там не сразу, не на месте Фидель Кастро. Вот. Так что еще легко отделался. Вот, в этом плане и перед Господом Богом, перед, может, одумается и перестанет 150 километров ехать по факту. А так парень неплохой, помогает детским домам и не только, нуждающимся. Мэлстрой к этому не относится, Мэл не нуждающийся, поэтому Мэл и давал ему там миллиончик, а то есть, не, ну там вообще, за приход там. Вот. Так что, такие дела. Так он тупо шоумен. Шоумен, отлично, я его видел в реальной жизни вне камеры. Позитивный парень, ноль агрессии. Вот.